Сегодня такое прекрасное морозное утро. И вот, к сожалению, мы имеем два автомобиля, которые простояли все праздники, вот, почти 10 дней на даче. Вот, и так как ночью был мороз порядка 30 градусов, там даже 31, может быть, был, это ночью, сейчас порядка 27 с утра. Вот, аккумулятор я подзарядил, но автомобили заводиться не хотят. То есть они хотят, но как-то очень с большим натягом. Вот, поэтому, значит, что мы сделали? Мы запустили дизельную печку. Вот, кстати, солярка дизельная, зимняя была. Вот, но все равно печка запускалась очень тяжело. И вот так вот, значит, я думаю, в течение часа в моторное пространство будет нагнетаться теплый воздух, даже горячий. Вот, я думаю, что за час мотор чуть-чуть оклемается, и можно будет уже запустить нормальный автомобиль. Это у нас Саньонг, это Honda. Вот с утра я пробовал заводить Honda. Жалко, автомобиль еле-еле крутит. В общем-то, все не очень радостно. Все, спасибо.